І наші гості вже, до речі, в студії, тому давай вже їх представляти. Так, сьогодні з нами Олена Карай, завідувачка трупи театру. Вітаємо. Та Катерина Богданова, режисерка вистави «Любовне морква». Добрий ранок. Доброго ранку. То любов дійсно не морква? Не знаю. Хто каже, що любов, морква? Ну, название оригинальное фильма все знают, «Любовь-морковь», но так как авторские права принадлежат компании, которая снимала этот фильм, поэтому и название тоже их, и название было поменено автором пьесы, который был и сценаристом всех елок, и «Любови, и не моркови», курейчик Андрей. Вот, поэтому «Любовь не морковь» у нас. Знаете, насправді мені дуже подобається аналог українській мові «Кохання зітхання», так? Тому моркви тут взагалі немає. Ну, старались перевести ближе к оригиналу, мне тоже непонятно, почему. Расскажите, пожалуйста, что очікувати нашим миколаївським глядачам найближчим часом на сцене миколаївського Роздраму? Ну, сейчас у нас проходит, так сказать, мы так называем новогодний марафон. Это ежедневный показ детских спектаклей. В этом году мы показываем «Бременские дива». «Бременские чудеса» — это немножко другая, точнее, совсем другая история, не так, которой привыкли зрители. А «Друзья из Бремена» в этот раз не музыканты, они артисты цирка. Угу, в этот раз, да. Да, и это совсем другая история, хоть и участвуют в ней те же персонажи, но это надо видеть, конечно, это словами не опишешь. Это такая яркая, музыкальная, драйвовая сказка получилась. Надо же наших детей чем-то удивлять. Музычная сказка, музыкальная, правда? Но музыканты не поют и не играют на музыкальных инструментах, а они в этот раз артисты цирка и удивляют какими-то цирковыми... Тобто це справжні артисты цирку задіяні? Нет. Это наши талантливые артисты, которые могут быть и артистами цирка, вот кем хотите. Ну, вот, насправді... И Санта-Клаусами, и любовниками, и так далее, и тому подобное. А вечерние спектакли для нашего зрителя, для новогоднего настроения, для отдыха, для проведения с семьей и с близкими в театре вечеров. Это вот премьера «Любовь, не морковь», Катин спектакль. Скажіть про трошки детальніше, що в сюжеті, що відбувається? Сюжет оригинальный, собственно, как и в фильме привыкли, загадывают желания, просто мы поменяли время действия в пьесе, и там немножечко персонажа я поменяла, чтобы это было новогоднее настроение, он по пьесе там Илон Маск исполняет все желания, да. Ну там целая концепция, мы... Знаком, он приезжал, автор, драматург, к нам на фестивале, мы с ним общались, и у него там целая философская концепция, почему Илон Маск исполняет, и почему очень... Ну, действительно, чему? Ну, мне кажется, в 2019 году это фигура номер один в світі. Ну, я так ну, вважаю. Ну, да, ну... Але чому саме ось в цьому сюжеті? У нас нет его, поэтому у нас нет Илона Маска, мы его вычеркнули, пока он для Украины далек. Поэтому у нас просто Санта. И поменяли, у него в пьесе там присутствует Си, собственно, виртуальная помощница по решению всяких вопросов. Поменяли, потому что я считаю, что под Новый год... должен исполнять желание либо Дед Мороз, либо Санта-Клаус, либо... А там уже трошки магии цієї, так? Чому не Святий Миколай? Чому не Святий Миколай? Тим паче в Миколаєві. Ну, тому що там сюжет такий, що... Если бы это было какое-то аутентичное такое вот написанное произведение и на наших каких-то традициях украинских, конечно же, был бы он. Но так как пьеса там не предполагает каких-то вот национальных отправок, там нет отсылок, поэтому, ну, Санта и Санта, потому что... Брала музыкальное оформление такое, чтобы это все было весело, задорно, да, и поменяли немножечко мы. Сюжет меняется телами, загадывают желания. То есть как бы конфликт в семье, друг от друга устали. А кто цього разу буде змінюватися тілами? Жінка з чоловіком чи жінка, чоловік і діти? Нет, это первая версия, это первая «Любовь-морковь», это где только муж с женой меняются телами. Так, а у вас, тобто, тільки на цьому ви вирішили зупинитися, так?
Ну, это же дальше пошли уже следующие фильмы, и там уже ж права надо покупать, и так как автор был очень щедрый, он нам подарил нашему театру, мы являемся обладателями прав авторских на эту пьесу, вот. Поэтому мне разрешил поменять немножечко сюжет, так як я хочу. Ось я навіть бачу, як ви пишаєтеся тим, що це буде саме ось в Миколаєві. Ну, це вже йде. 21-22 вже була прем'єра, і вчора третій спектакль був. Вже як би, да. Як відреагували глядачі? Чи були, можливо, якісь там запитання? Тому що все ж таки ми знаємо, що люди підходять інколи як до акторів, так, якщо і знаходять режисера. До речі, а режисера та пані виступала? А чому так? Я шучу. Нет, мне никто вопросов не задавал, там все понятно предельно. Ну, этот сюжет уже, это же, ну, как бы, не Куречик придумал этот сюжет, и в Голливуде уже несколько фильмов снято на эту тему, когда меняются телами. Эта тема давно уже используется. Ну, да, старая. Ця тема, мені здається, вона дає змогу наштовхнути на думку, як почувають себе інші поруч зі мною, як вони дивляться на цей світ. Інші люди, тут розмова йде про те, щоб як почути чоловіку у тілі жінки, свою половинку, зрозуміти її проблеми. І тому що частіше буває так, що десь якийсь час люди разом проживають, а потім нерозуміння наступає. Тому що той вважає, що все господарство на жінці, все вона тягне. Чоловік вважає, що все на ньому, він гроші заробляє. І вони обмінюються тілами. Ось прем'єра вже відбулася. Так, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви повністю тим, як виступили ваші актори? Чи актори, так, побачили щось не так? Якісь там актори наробки? В мене молодці, дуже хороша команда. В нас усі талановиті актори. Тому я призначала тих людей, котрі вони змогли справитися з задачею. А на яку вікову категорію розрахований? 14+. 14. Мабуть. Я думаю, коли вже ці проблеми розуміють вже дорослі. Тобто малі там. Для малих усі сказка. Бременський диван, так? Да, Бременський диван. Ви, до речі, на початку нашої розмови зазначили, що у вас зараз такий новорічний марафон. А скільки взагалі має відбутися вистав до Нового року? Ну, це кожен раз по-разному, все залежить від... Ось цього року. Выстав, но у нас около 30 сказок до Нового года и 8 вечерних спектаклей. Это с учетом того, что у нас премьера сказки была 19 числа на День Святого Николая, а премьера вечернего спектакля 21 числа. То есть практически в одно время выпускали спектакли. Вот. Но сказки, залы полные, сказки проходят очень хорошо, дети выходят в восторге со сказок, заряженные позитивом, энергией. И каждая сказка, она, конечно же, все больше и больше накручивает артистов, потому что артисты тоже каждый раз выходят еще более заряженные, на новую сказку идут еще с большим драйвом. А на казку одни и те самі в нас роли выполняют как раз актеры, чи все ж таки склад меняется актеры? У нас есть два состава, есть два состава, артисты меняются. И конечно, все же самые миколаевские актеры? Нашего театра, все конечно, все свои, да, никаких приглашенных звезд у нас нет, у нас все звезды свои. Есть, все справляются. Я вам рекомендую приходить и на нашу сказку, и на вечерний спектакль. Потому что наша сказка, она не только для маленьких детей, она и для родителей очень даже заходит. Ну, ви поки не батьки. Але все ж таки, на початку нашої програми сьогодні ми зазначали, що головне, наскільки тобі років, так, а наскільки ти себе відчуваєш, і якщо ти хочеш бути дитиною в 40, і в 50, то, як то кажуть, велкам. Так, новорічне диво, тим паче, так? А який меседж ви хотіли донести дітям, тому що ми знаємо, що дітей якраз потрібно виховувати, так, в деякій мірі певними. А ще потрібно дивувати, театру, щоб так? їм подобалось це. А який меседж ви хотіли донести дітям? Сказки ви маєте в виду? Ну, во-первых, це історія все-таки о дружбі.
Это история о том, что друзья должны помогать, выручать, поддерживать друг друга. Сюжет же тот же. То есть это животные, которые помогают Трубадуру все-таки встретиться и остаться с принцессой. Вот они друг друга полюбили, и чтобы у них все было хорошо. А протывный король тоже есть? Есть, и король есть, и атаманша есть. У нас нету кучи вот этих разбойников, у нас все делает сама атаманша, у нее замечательная, великолепная кукла, которая играет всех этих разбойников сразу. И она же тоже неплохая, эта атаманша, на самом деле. Она просто одинокая, несчастная женщина. А никто на тикабу. Поэтому я вам и говорю, что взрослым тоже очень заходит эта сказка, потому что вот как раз в монологе атаманши я сижу в зале среди зрителей, я слышу смешки мам, которые понимают, о чем говорит атаманша на сцене. По своим бельям. Ночью долю. Да. Ну и, в принципе, о том, что нужно, детям нужно баловаться. Детям нужно баловаться, пока они дети, пока у них есть возможность играть, беситься, прыгать, вытворять какие-то вещи. Эта сказка, она, в принципе, не поучительная, не познавательная, она ничему не учит, не назидает. Она дает возможность понять, что ребенку нужно чудить. Я думаю, що всім, у всьому має бути міра, правильно? Міра, звісно, міра. Але трошки можна ж. У нас дуже складна у взрослих життя, да? Поэтому пусть діти, поки вони діти, балуються. Ну що ж, будемо вас відпускати. Тож, друзі, якщо ви хочете собі створити новорічний настрій, хочете трошки побашкетувати, ви і знаєте, де знаходиться Розган. І згадати добрих старих друзів, так, з казок та з вистав, з фільмів. Тому, як то кажуть, завітайте до нашого театру і обов'язково ви собі знайдете до смаку те, що вам до вподоби.